Старик, ты у него за сотку довезешь? Садись. Вот и славненько. Курить можно? Семья у меня в Луневе живет. Раз в месяц вижусь с этой службой проклятой. Хоть на выходные съездить. Слышь, старик, у тебя стаканчика нет? А то земляк бутылку дал, а трубы горят. Маханешь? Не боись, старик, деньги у меня есть. Сам-то как? По пути или грачуешь? Чего стоим, старичок? Я всегда останавливаюсь здесь, Митюков. На этом месте все и случилось. Вспомнил? Это не я. Я здесь ни при чем. Врешь, ты был пятым, четвертым кочурем из Косина. Он ушел в монастырь и там удавился. Бог не принял его покаяние. Я не приму его тем более. Куда ты меня везешь? К ней. Отвези меня в милицию. Я во всем сознаюсь. Я все расскажу. Я расскажу все, как было. Пусть меня судят. Дважды не судят, Митюков. Я тебе свой приговор уже вынес. Что это? Ты что это придумал, а? Наручники отстегни, а? Родной, наручники отстегни! Ты что делаешь, а? Ты куда, гадина, идешь? Подыхай. Куда?